Глава Чувашии установил карантин по гриппу птиц в Батыревском и Комсомольском районах. В обоих муниципалитетах с этого дня вводятся строжайшие ограничения. Решение о введении карантина глава республики обсудил с ветеринарами. Высокопатогенный птичий грипп специалисты подтвердили в двух муниципалитетах. Сейчас пострадавшими числятся три личных подсобных хозяйства. Вокруг очагов инфекции Михаил Игнатьев поручил установить запретные границы в угрожаемых зонах 15 населенных пунктов. Это в пределах 5 километров и будет определена комиссией зона наблюдения. Это от будут считать и вести расчет от неблагополучного пункта до 10 километров. Эта зона будет наблюдения. Поэтому в зоне в очаге и неблагополучном пункте, естественно, будет, согласно правил, птица будет изыматься и подвергаться эвтаназии, уничтожению. А в угрожаемой зоне, это 5-километровой зоне для населения, хочу сказать, чтобы они не беспокоились, будут только проводиться мониторинговые исследования. Карантин установят более чем на 20 дней. Специалистам необходимо провести дезинфекцию очагов. На 3 недели в пострадавших муниципалитетах ведут ограничительные меры. Документы опубликованы на портале органов власти. При проведении противоэпизоотических мероприятий на территориях эпизоотических очагов и неблагополучного пункта принять следующие меры. Закрыть доступ постороннего транспорта на указанные территории, ограничить передвижение персонала, обслуживающего неблагополучную группу птиц, с целью исключения его контакта с другими птицами и ухаживающими за ними лицами. Прекратить посещение других домовладений, где имеется домашняя птица, а также вывоз живой птицы и полученной от нее продукции. Приостановить торговлю птицей. И это далеко не полный список мер. Главное не допустить, чтобы вирус распространился дальше и поразил крупные птицефабрики. Руководителям птицеводческих хозяйств тоже, они должны работать в режиме закрытого типа. Насчет вакцинации птицы, вакцина, она Flu Protect H1, она у нас разработана. Это разработчик в НИИЗЖ. И в настоящее время пока вопрос не стоит о вакцинации всего поголовья птицы. Глава региона поручил ветеринарам разработать план по ликвидации птичьего гриппа. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев и Борис Андреев. Республика.